Внедрение беспилотных систем в Югре обсудила Наталья Комарова с директором Фонда развития интернет-инициатив во время работы на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Летательные аппараты могут применяться для мониторинга территории, стать помощником в обнаружении пожаров или предупреждении стихийных бедствий. На сегодня проработаны предложения по созданию базы и необходимой инфраструктуры для реализации идеи. Рассматривается вопрос о запуске сопутствующих образовательных проектов. Они будут сопровождать беспилотные системы. Также стороны обсудили возможное взаимодействие в применении онлайн-технологий для развития нефтегазовой сферы на территории региона. С этой недели, добавлю, прошла с новостями, которые поступали с полей Санкт-Петербургского экономического форума. Делегация Югры под руководством губернатора приняла участие в серии дискуссий и деловых встреч. Подписаны ряд соглашений. Мы сформировали так программу участия в форуме, чтобы достичь максимальных эффектов для региона.